А вот этот вопрос зачем? В смысле? Ну, когда я ей говорю, поехали ко мне, а она мне, зачем? Ага, и что? Вот объясни мне, что я ей должен отвечать? Ведь у меня дома не боулинг, не кинотеатр. Что я должен сказать? Поехали ко мне. Один или два раза займемся любовью. Мне точно будет хорошо, тебе может быть. А дальше ты, конечно, можешь остаться, но лучше, чтобы ты уехала. Ведь если я так скажу, она же точно не поедет. Хотя прекрасно понимает, что мы именно для этого и едем. И я говорю, поехали ко мне, у меня дома прекрасная коллекция лютневой музыки 16 века. И вот этот ответ ее полностью устраивает.